Ну, в логах артоплееру бэтбойсов были. Ну да, это все бэтбойсы нас рейдили тут. Ладно, я тут пока поставлю куда-то. Во. Ну, в принципе, тут даже поросем не надо разбежать. И так, я думаю, может. Хватит. Все, куполом закрыли, чтобы не простреливали пушками. Так там одна турка, ты же сможешь. А, так у нас так дрейк же есть. Риперы всегда должны перед меня стоять. Но сначала немного рекламы. Администрация Arkhaus приглашает вас на свой PvP-кластер, состоящий из 4 официальных карт. Рейты на сервер X50, отзывчивая администрация, самые крутые моды, автодонат, самые низкие цены на товары, приятный дизайн ресурсов и многое другое. Всех новичков на сервере ожидает стартовый набор и начальный баланс в магазине. А также участвуй в конкурсах и выигрывай действительно крутые призы. Также у проекта есть PvE-сервер с рейтами X5 для любителей спокойной игры. И бонусный промокод в магазине Bobby Show. Все ссылки и информация есть в описании. Ребят, напоминаю, что сейчас на канале действует небольшая такая акция. Никому не секрет, что большинство ютуберов придерживаются какому-то определенному графику выхода серии у себя на канале. Я решил сделать немного по-другому. Как только на последнем видео набирается 2000 лайков, сразу же в этот день выходит следующее видео. Поэтому лучше сразу поставьте лайк, чтобы потом не забыть. Если мы все дружно постараемся, то уже завтра может выйти следующая серия. Приятного просмотра. Я у них минирую. Слушай, а ты куда? А давай сюда. Да. Блять, высоко же! Я офнусь. Просто слабоумие и отвага. Девиз нашего трайба. Как хорошо, что ты из другого трайба. Прям в моде? Ну, блять. Кстати, а Коля дохуя бахнул. Да, вообще красавчик. Спуститесь на дрейки, поднимите меня. Блять. Это что за хуйня было? Все, парни, давайте, держитесь, я буквально пару часиков поспать. Стрелы кончают. Кто там? Нет, я что изменился, что нового? Коля, давай, да, блядь, заходи. Наконец-то, блядь. Мне стрелы. Мы до базы почти дошли, блядь, заходи, прессует нас. Ща, погодите, я хотя бы чай заварю. Тут, короче, блядь, эти, зашел, помнишь тот паник, блядь, который дохуя выебывался? Ну. Зашел, блядь, привет СПБГ. Ой, привет СПБЖ, короче, говорит. Ему мэтр с Димой пару раз ебало дали, потом выбежал на рипера, мы ему рипера слили, он ушел. Ну, главное повыебываться. Типа, они уже наполовину разъедили этот лифт своим стафом. Сейчас я так дрейка притащу. Нет, это рипер. Ну, он, блядь, не столько же разъедил, он не дочь. Там пацаны ползет. Это что, Василис? Ну, еще один. Рипер, что? Снизу подойди. Сейчас флешку дам. Захукали? Захукал. А все, его еще раз подурь. Они сливаются, что ли, типа? Я хз. Они сливаются, походу. Левел у рипера хороший. Давайте, погнали. Давай, о! Сука, флешку скидывают. Не, зацепили. Нормально, блять! Они дрейка глушат, сесть не могу. Ебош! Ай-яй-яй, блять! Так, а меня цепили, я ухожу. Так я говорю, ты снизу подойди под форму. Давайте дальше им херачь турки. Давай, блядь! Нормально там ломается? Да, ты же нахуй ломай! Не пах! Сука. Коля, это все нахуй. Дрейк вообще херово, его хилить надо. Все, разрядилось. Все, у них турель полутаю. Бежим с турельком. Не долетаю. Все, как бывает. Утай, давай. Коля, там хуй сзади. 220 осколков. Бля! Снял хуя. Там бля, еще один. Там... Мне грибы за нужно будет еще один. За тифом еще один. Я пока по одному стрелял, блядь, меня другую. Еще не залутали? Да, они их не могут залутать. Потому что турки ковырят. Мэтр, под... за сейфом, справа, короче. Все, я побежал. Он закупил. Вылазил, двое. Не, вон с блочки стреляет. Я в него насадил, 19. Хорошо. Еще один афро там. 260 осколков. 33 осколка. Опа. Еще почти 300 осколков. Блять, сука, я вниз падаю, я сорвался. Я челику голову снял. Коля, похрен, выходи из игры быстрее. Да, ща. Спуститесь на дрейки. Почему я его выложил, блять? Дурак, потому что. Дурак, они не смогут их залутать. Просто дурак простак. Ща я иду. Поднес труп. Где ты там? Иду. Ля, так у них вообще турки не стреляют? А
я сверху хорошо. Нормально, нормально, так. Давай стреляй. Да, внутрь да, просто. Еще стреляй. Ну, погнали. Блять, там тектурки у них. Это будет проблема. Ой, сейчас смотри, пойдут искать твой труп, блядь. Ищут, смотри. Где же ты умер? Что не так? Трупа нет, ребята, как это? Походу он читер. Смотри. Охуеть. Вот еще на веревке. Что происходит, они, наверное, думают. Стоят и недоумевают. Танкую. Убить? Ну да. О, бля! Найс. О! Аниме! Че, минус струй? Тащи дело. Нормально, я его присвистел, стойте! Подожди. Никто не свистите. Увожу его. Броня. Нормально он живет. Нет, сука! Пидоры! Ты сколько стишек завал? Я 50 заложил. Взорви одну стишку. Че я взорву? Да, подожди. Ее нету просто. Да уйди ты на трейке, блин. Еще 11 осталось. А где все батарейки? В смысле? Че, опять сишки багают? Да. 5 сишек можно. У нас батареек нету, что ли, кончились? Да. Идите заряжать, что я вам могу сказать. Ладно, я за генером сразу же побью. А, подожди, он, по-моему, так трейки идет. Да ладно, еще не все. Да вот он. Еще одна осталась. Уйди! Мангу! Дымулька, блядь. Чё? Опять сишки забагались. Да. Все, заложил последнее. Вот теперь попробуйте поставить что-нибудь. По идее должно. Нам Коля нужен, который не АПКшит и бегает. Они двух стеков взяли в лапу. О, аниме. И что это такое? Ебать. Найс тактику у пацанов. Что, сейчас кинет? Жестко, бля. Еще двух готовит. Блять, где наш краб? Где краб? За куполом. Дай его. Стрелы можно, конечно. Сам возьмешь краба, стрелы, да? Стрелы, наверное, дорого покупать. Блять, раскопайте моего рита. Еще один стек летит. Вот сейчас нужен был краб, блять. Нет, дай мне руль, блять. Блять, сколько ж патронов разряжает. Риперы, риперы пошли. Я иду за флешками. У них пацанов прям сразу с риперов сбривает в воздухе. У кого флешки есть? Флешки кидайте быстро. Быстро флешки сюда. Подсветите! Пиздец, у меня нет флешек. Еще одного пацана сбил. Охереть их там народу, слушай. Блять, тупо все турки разряжены. Сейчас на передовую заряжаю, сзади на передовую заряжаю. Подсветите. Иду, светите. С флешками постоянно кидайте. Садитесь на дрейков, ломай. Там что, блять, там для плеер стоял. Добивайте выживших риперов. Садитесь на дрейков и ломайте. Ну, флешку, алло. Блять, это хуй разбил. Так сложно флешку кинуть, что ли? Я раскопать ему рипер, блин, шампал. Я его хотел раскопать, меня уебать. Листикать. Ну еще. О, еще один летит. Я его убил, блять. Он, по-моему, куда-то не спал. Что-то плавно. Давайте быстрее ему риперов, пока они не отсвистели. А это ж чувак. Ломайте его. Его сбило. Все, подсвечивайте. Блин, а что они делают, типа? Еще один рипер. Охереть, сколько их риперов, алё? Жесть. А что они, типа, все сдаются, что ли, ливают? Блять, да как у меня-то подсвечивает? Да у тебя что, блядь, конфиги не стоят, что ли? Да, блять, вы меня как-то... Дрейка скидывайте, хотя стою, о, блядь, в другой части. Пацана. Сука. Заряжайте патроны. ХП. Они заряжены, это что, в ЛПР стояло, блядь, из-за этого не стреляют. Сейчас я новый патрон подтащу. Они нихуя пизжу. Сука, придется с ФОБа забирать патроны. Что за патроны? Капец, они сейчас нам мясом тупо все патроны разрядили. Да, здесь за дроги. Я просто... На базе есть патроны? Да, снимай, блядь, с нашей стены. Кто они, блядь, со Стасом прыгают? Со Стасом. Я ракетки надо было.
Ракеты? Ебал, вот это хорошо. Я не могу понять, что они делают, они сливаются или что? Сдаются? Давай быстрее, мне минута осталось играть. Ай, блядь! Улетай! Чё произошло? Это как? Я хуй знает, меня бустануло, блядь, ебеня. В смысле бустануло? Куда? Ой, в пизду, блядь. А, я походу вижу. Я просто, блядь, шёл по стенке, и меня нахуй уебало, блядь, в их базу. А, да, вижу твоего Дрейк распидорасину. Типа землетрясение. Кнопочку нажал, да? Не нажимал я нихуя, я по стенке шел, блядь. Ну, это арк. Так, и тут что происходит? Купол ломаем. Купол ломаем. О, наконец. Что-то они притихли. Я не знаю, скорее всего, похоже на то, что они ливнули. Нет. Пришло 7 тысяч. ХП лосом. У них еще один есть купол, это вообще спасибо. Сейчас зачекай. 47 39. Сейчас главное нам вовремя отойти, когда уже будет на лоу хп купол, чтобы нас турки не переебали. 22. У них турки-то еще до сих пор заряженные стоят. 10 тысяч. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Все, отходим. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Дрейк, много впитываешь. Назад, Дрейк. Вы видели, как он морда? Нормально, он хпшный. Бровотку ломает. Сука, мы скорострела, блять, сколько уже? Часов 20, блять, дрочев, до сих пор не кончили, прикинь. Да мне нормально? Мне нормально. Я, блять, не один продавец. Так, почему вы замолчал? 20 часов, блять, не кончали. Надеюсь, это не вставится, видос, да ведь? Ты дурак, что ли, чтоб я такое вставлял? Ну чё, пацаны, готовьтесь танчить. Рожби. Подожди, всё, подожди. Всё, давай, погнали. Господи, я внутри... сука, турка, блядь. Куда ты побежал, господи, мэтр, блядь? Всё, разъебал. Пришёл, блядь, там. Прямо перед турком. Да, там слева, а как, блядь, ты так бежал, что я бежал просто впереди и выжил? Коля, обо мне ещё 14 сишек. Ломчик, отойди максимально дистанцию. Коль, тебе там нормально? Мне нормально. Нет, держи как бы турку на себе, но... Я им пилар минирую. Так, чтобы тебя... Может было шаг назад сделать и все, и таки. Блин, я все равно не понимаю, Мэтт, как так бежал, что ты умудрился сдохнуть, хотя я первый ушел. Я сейчас еще раз попробую. Ой, блять, сука. В это все будет заебись. Мне трусы сняли, сука. Там турк стоит. Внутри? Ну не внутри, за стенкой. Попробуйте, короче, затанчиться, кто-то меня хукнет. Давай. Ну я попробую сейчас тебя. Давай. Все, ты попал. Все? А, сейчас, погоди. Теперь тяни. Давай. Все. Хорошо. Ой. Ну, у них неплохо так упал там. Так, да? Причем у Цветогорга и красный дамаг был. Да. Сами все что взорвали? Красный? Но они могли, кстати, еще Альянс позвать. Из Альянса какой-то лох там с базуки, наверное, выстрелил. А там Альянс. Там Альянс. Они. Мне почему-то кажется, что они тупо Альянс там оставили на деф. Да. Не, ну а что, нормальные пацаны, их базу рейдит, а они тупо взяли, слились и позвали Альянс их дефать, а сами ушли. О, писюн какой-то. О, бери, лутай. Спасибо. Сука, уполз. Потанкуйте кто-нибудь, блин, нам надо все равно стенку сейчас вот забегать туда два челика с сишками и бахает все под ноль. Че он делает? И что он хотел сделать, что-то я вообще не понял. Какую-то нихерню, по-моему, творят. Нет. А что писем? Не шахидами ты больше, не шахид? Ну, нет, шахиды распали. А че как? Ой, да все мы знаем, что ты шахидка. А Лермер где? Они рядышком, да, там? Ну, нет. Тупо в колено пацану. Блять, там сишки сверху заложены, там пиздец просто. Я, короче, кому-то базу разрядил случайно, не обессудь. Долетай поаккуратней. Да я не знаю, как так получилось, я на ней перепрыгал, получилось тэшн. Что? Ты какого хрена, ну, там вообще делаешь? Я слышу, я вижу. У тебя Дрейк не фоловится. Фоловь, да. Он там только турку какую-то разрядил. Упал, понял?
Он там одну турку разрядил, по ним больше не стреляет. Блять, ползи, брат. Ползи, сука. Только в пропасть пусть падает, коль слышишь? Да-да-да, я и хочу его в пропасть скинуть, чтобы по нему дот не стрелял. Флешками, прикольно. Давай, давай, ползи. Чуть-чуть. Все-все-все, живой, живой, живой. Он вниз упал. Иди подбирай быстрее. Вот он, вот он. О, ебать ты. Нашел его? Ебать ты красный просто. Сколько у него хп? 100. 100? Да это аниме. Вот это тебе, сука, повезло. Я отвечаю, 100 хп, блядь. Я потому что заложил стишки, меня убило. Но я не успел задетонировать. Пульт ему дайте. Реса себе возьми пульт и задетонируй просто. Я пульт просто взял. Тупо кнопку нажми. Подойди поближе и тыкни. Чё, не бахнуло? БАМ! О! Нет, сука, еще работает. Упало? Ты, походу, что-то не то заложил. Я за пивасом. Не так бачу, блядь, говорить. Очень полезная информация, Руслан. И? Давай еще. Я прям вижу, как 700 хп осталось. 300. Я чувствую. 28 хп, 28. Последнее осталось. Подожди, оно рухнет! Да падает! Все, 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 половина упала. А где моя платформа, блять? Её же не разнесли. Я хз, я еще отходил. Как, по крайней мере, не разносили при мне. Да. Вроде как я убежал с платформы. Так, ну, походу вот этот вот последний стенка. Сука, стойте, не взрывайте вместе со мной. Ладно, я эти турки пока поминирую. Что там не упал еще эта стена? Отойдите. Отойдите от туру. Сейчас бахну. Бахай, бахай, бахай. Так как она держится? Не трогать меня. Это... Что? А как у нас здесь соломенный фундамент? Найс. Красивый дот. Мне похер, с тобой я бахну. Да! Оно упало. Оно даже не до конца упало. Ребята, тут пиздец, сколько у них патрон было. У них по 1,5 000 патрон в турках. Интересно, у них до дота можно добежать под пивом? Нет. Нет, там органика причем. Вот так турка. 2500 осколков в турке. Да, блядь, давайте. Дальше. 600. Ну-ка, тут сколько? Турки, конечно, мы вперед не выставим. У них по 2500 патрон в турках было тековских, пиздец. Не надо, больно, больно. Не бейте, а посыпь. Мама стирает. Да, да, дед. Капец, я уже просто замотался эти осколки с патронами таскать. А сишку заложил. Чё там взорвалось? А что это за звуки такие? Пускай помогает бахать. У вас там пацан голый бегает. Да. Спору. У вас тут пацан просто бегает, вас взрывает. Вы что, не видите его? Ща. Сук, не ставится. Он умирает. Где? Взорвал. Взорвал его. По моей, сейчас, вот он. По моей сиське попал. А. О, нормально, слушай. Вы серьезно? Как ты его убил? Ты просто попал в мою сишку. Да, ты уверен? Я его вообще-то своей сишкой взорвал. Ну почему нас так, блядь, не порейдит? Да я не знаю, как будто боятся. Куквар, какая, блядь, ни разу меня нормально не рейдили. Или в офлайне, блядь, или... Или обсирались и уходили через 5 минут. Нас за последние полгода только один раз нормально рейдили. Меня бы так просто, блядь, целый день порейдили, я бы так рад был. Без понятия, чего они боятся? Они думают, что мы вообще там такие миллиардеры. На самом деле, у всех на магазине денег нет, ресурсов у нас нет, броня у нас кончается, полимерки у нас кончаются, патроны тоже. Живка умерла. Да и вообще у нас даже на базе никаких ресов не осталось. Я их, походу, второй смены задисморалил. Я пришел, а вторая смена пришла. Пацаны не ожидали, что их сутки будут тут сидеть колупать. У них место капец неудобное. Блин, там челик идет. Привет. Писун. Как дела? Хера у него тут с собой. Вот это найс подачка.
Руслан сдулся? Давайте следующую партию стек введите сюда. Идите. Ебаный рейд. Левый, давай, он мешает. Блять, сколько в него раз и попасть-то надо? Коля, может на рипера сядешь и там его разъебывают? Да никто его не разъебывает, господи, живой он. Аллах Акбар! Нормально. Аллах Акбар! Что там самое? Типа дать станковать? Да ладно, ты что, не сдохнешь? А ты что предлагаешь? Все. Все, поймал, пацаны, давайте, тащу до турки. На турке тащу. Размотало. Коля, они его, не убивай только. Да забей хер, господи. Нахрен тебе эти пленники. Дай мне с него лут. Он там, походу, турки заряжает. Смотри, они сейчас зарядили в эти турки фул. Он реально турки заряжает. Я не знаю, он либо снимает их, либо разряжает, либо заряжает, без понятия. Но я ему как бы все равно по максималке мешаю это делать. Точка есть? Надо, блядь, выбегать. Слышишь, надо выбегать, блядь, пока турки прикрыты. Ну, у меня сейчас с собой тупо став, чтобы воевать. Вы тогда давайте сейчас по-нормальному для суицида соберетесь. Идите. А я им тут пока мешаю. Все. Бля, я полтора часа хилить. Да ебаный в рот. Давайте бегите. Бегите. Блять, меня же разъебут. Да проверь. Броня. Сука, у меня сбило, меня разъебало. А кто фоловит? Мы бахаем. Упал, нет? Минус дот. Отлично. Упал под ноль. Хорошо. Да жаль. Это кто скинул? Кто газовую гранату кинул, сука, в куполе? Че, не даже... Ну, нормальный, нет. Блин, да дебилы вы. Пиздец, как с вами играть? Я не понимаю, блядь. А, это типа нормально? У вас тут парасит сзади купола, стоит один. Его никто не сливает, ему он нахер никому не нужен, даже с хозяев. У вас просто стоит парасит с фул лутом и без охраны. Это нормально. Всех забрал. Блять, на цветочки их надо хилить. Ой, не на цветочки, блять, а от этого. Диадон не понял. Нахер тут диадон? Лол, он в меня гранат нормально кинуть не может. Да ладно, просто пропусти. Чё, что, закончились что ли? Я им пока дальний дот разряжаю. Ладно, понял. Всё, хорош. Ну слушай, физик, вы реально молодцы, очень долго дефались, даже не ожидали. Но на канале тебе надо формат поменять. Ну, блять, я только начал, как бы говоря, стримить. Ну ты сам видел, у меня почти нет видосов-то. Ну, будем менять. Ну не знаю, можешь попробовать какие-то нарезочки делать для начала. Тебе сколько лет? 20. 20? Ну так нормально, чё? Да, блин, ты понимаешь, я только вот, грубо говоря, себе нормально комп купил, чтобы нормально поснимать видос. И все. Чё, даже нормально, клипмейкера не было даже. Да тебе достаточно просто любой простой программы, чтобы можно было видео обрезать и просто делать нарезочки под музыку, как большинство делают. Ну, блядь, знаешь, тут... Я тебе могу такую тему сказать, блядь, то, что когда я сейчас вот снимал, ну, пытался, по крайней мере, заснять мой материал... Ну ты просто посмотри, вот, что эти дураки делают. Это пиздец. Короче, когда я пытался заснять видос, когда вот вы сейчас рейдили, блядь, ну, просто это получалось полное... Ладно, давайте, пошел. И как вы сделали это, чисто разряжали? Давай, Бобби, удачи тебе. Давай, физик, реально очень приятно было повоевать, не каждый может так долго держаться. Мы даже немного не ожидали. Ну, Бобби, смотри, если что, то мы, наверное, тоже перейдем на тот, там, может быть, повоим. Мне потому что все на дизморале, блядь, после спать. Вот этой хуйни, блядь, то, что слили, купол блядь. Оставляем. А, блядь, из-за того, что пошли, вот, блядь, просто тупо слили базу, грубо говоря, стоповую, блядь, оборону. Люди. Ну, и ты до сих пор не спомнишься? Просто, ты понимаешь, у нас тупо не было, блядь, пороха. Ладно, я в 5 часов пошел. Мы тогда обговорим там со своими. Если что, тоже тогда присоединимся на тот проект. Я с такими там уже будем смотреть.
Да, давай, передавай своим, что они тоже молодцы, очень долго держались. Мы даже немного такого не ожидали от пару. У нас было уже все для чтобы можно было дать, в принципе, по сути, тебе. Потому что, грубо говоря, знаешь, сколько я... Ну, по поводу лута, у вас там вообще какой-то дробовик адский есть, который просто броню с одного выстрела ваншотит. Ну, блядь, у меня, короче, такая тема, то, что, блядь, я большую часть срал, блядь, того, то, что я сюда задонил. Да, блядь, я сюда донатил, блядь, задонил, блядь, немало просто, до хуя. Блядь, этот сервер может, блядь, жить, нахуй, хуй знает сколько, блядь, мои деньги. О, Киви. Да, согласен, немало. Ну, все равно молодцы, очень сильно держались, очень достойно, молодцы прям. Ладно, и так очень долго стоим, давай, удачи, дружище. Я еще раз напоминаю, как только видео набирает 2000 лайков, сразу же выходит следующее. Королевская корона на королей. Я ведь ложил, но не тузы, а...